Всем здравствуйте! С вами на связи Елена. Сегодня я, наверное, в ударе, потому что у меня прекрасное настроение. И я записываю очередную болталку для вас. Тему болталки мне предложила одна моя подписчица в Инстаграме, Олечка. И вопрос звучал следующим образом. Что означает проработка того или иного аркана? Очень часто коллеги-тарологи говорят, вот у вас, допустим, не проработан там дьявол, да? Либо не проработан Верховный Жрец или какой-то там другой аркан. Что это значит? И почему вообще тарологи разговаривают таким языком? Начну со второго вопроса. Почему тарологи разговаривают таким языком? Я не знаю, наверное, потому что так удобнее. Это, скорее всего, какие-то вот специфические слова, которые есть во всех профессиях. И я помню, у нас в коучинге тоже было такое, да, позиция безоценочности, и все, что это такое, да, или там подстройка, зеркаливание. Пойди разберись, простому человеку непонятно. Но если, допустим, коучи между собой могут использовать такие слова, потому что они между собой разговаривают, это их как будто бы общий язык объединяет. То когда ты начинаешь доносить информацию человеку, возможно, неподготовленному, не знающему, и он и не обязан знать Таро, то, на мой взгляд, это, скорее всего, просто невнимательность, наверное, таролога к своей аудитории. Ну, мне кажется, это так. Вот, как-то другого объяснения я не могу сказать. Может быть, тарологу так проще разговаривать, может быть, он сокращает количество слов, да, для употребления. Может быть, у него аудитория такая достаточно продвинутая и понятная. Что значит проработан, не проработан тот или иной аркан? Если мы возьмем с позиции того, что каждый аркан, он несет в себе, он достаточно многогранный и несет большое количество качеств, да, то есть аркан – это состояние, это качество, которые отображаются в символах, отрисованных на картинке. Задача таролога – собрать все эти символы в одну какую-то единую логическую цепочку и передать эту информацию другому человеку. Когда мы слышим, например, не проработан на примере дьявола, давайте посмотрим. Не проработан дьявол. То, что это значит? Не проработаны какие-то качества данного аркана. И на самом деле слушатель не обязан понимать, какие это качества. Это как раз-таки зависит от таролога. Почему? Потому что качеств их очень много. И когда таролог вкладывает смысл, да, что вот именно вот это в этом аркане не проработано, какое именно качество он не уточняет. В любом аркане, как в нашем мире, есть некая двойственность. Да? У нас есть светлые стороны и теневые аспекты. Они присутствуют у данного качества, то есть противоположны, потому что все едино. А единство – это вот разделение нашего ума, да, расщемление, это двойственность. Вот. А единство – это соединение, ну, противоположное, да, действие единения вот этой вот двойственности. И поэтому у нас в любом аркане у нас есть как позитивные качества, да, так и негативные качества. И когда мы говорим, что что-то не проработано, наверняка таролог, ну, я так не говорю, поэтому я не знаю, но то наверняка таролог имеет в виду, что какое-то из этих качеств не проработано. Но здесь тогда получается такой неудел, да, то есть, а как я вообще пойму, какое это качество, если ты его не озвучиваешь? Возможно, ну, подразумевает таролог, что вы с этим знакомы. На самом деле, сложно, если ты не озвучиваешь, потому что если ты рассказываешь в потоке, да, то ты вычленяешь какое-то одно качество, которое идет в согласии, да, с другими символами других арканов. Вот чтобы понять, насколько аркан многозначен, да, многогранен, вам нужно знать, да, что он в себя, допустим, какие качества входят в него. Вот давайте я вам расскажу на примере дьявола, так постараюсь, достаточно выбрала самый сложный аркан. Вот. Почему? Потому что, в принципе, он пропитан, да, это материя, и он пропитан весь, всем нашим материальным миром. Поэтому сказать, вычленить какое-то одно качество будет не совсем правильно, потому что это и есть, в принципе, олицетворение нашего материального мира. Но все же у него есть, да, свои какие-то свойства, качества. Я некоторые из них упомяну, а с другой стороны, заодно и, допустим, прорекламирую о том, что у меня был как в один период, да, какой-то такой вот бздык, что ли, может быть, достаточно
позитивный, когда я рассказывала великие арканы с точки зрения не Таро, да, как мы их интерпретируем, а именно вот этой вот символики, да, у меня было желание донести. И вот там вот эту вот всю информацию я рассказывала. Но у меня есть на канале, кому интересно, да, в разделе плейлистов «Великие арканы». Вы можете найти там дьявола, вот, и посмотреть, да, какие символы нарисованы. Ну вот я вот буквально в двух словах расскажу, что мы имеем в виду. Во-первых, аркан дьявола, он достаточно такой интересный, и смыслы, вот эти вот ключевые слова, да, качества, которые есть, они, а мы их откуда берем? От рисовки той, которая нарисована, ну, от глифов, да, глифа называются. Вот эти картинки, да, символы, которые изображены на самом аркане. И вот задача этого аркана – это наработать, если философски, да, наработать некую такую индивидуальность. И ее мы ее нарабатываем в материальном мире достаточно быстро через вот такое вот обтесывание личности, да, некая трансформация у нас идет по дьяволу. Какие качества, да, связаны, допустим, с арканом дьявола, это, например, успешность, да, то есть честно наработанные алгоритмы, которые нарабатываются личностью, которые позволяют ей находить оптимальный выход из любой ситуации, потому что аркан дьявола, он все-таки имеет такое качество, как адаптация, да, то есть он адаптируется, поскольку он повелитель материального мира, да, он знает, как он устроен, поэтому и адаптация происходит достаточно быстро. Поэтому одно из качеств может быть успешность. Если, говорит таролог, вы не проработали дьявола, возможно, он имеет, что вы не проработали качество успешности. А другой формат, да, мы же все-таки говорим о наработке индивидуальных каких-то качеств через дьявола. Достаточно высокое такое свойство, да, в позитиве. Это осознание. О чем здесь говорится, да, вот это осознание. Даже нарисовано, да, там дьявол нарисован, половина животное, да, от пояса и ниже, и половина человек. Хотя у него голова козлиная. И здесь получается как раз-таки более такой глубокий смысл, когда через осознание, через понимание своих инстинктов, своих потребностей, своих привязок, человек возвышается, да, то есть через разум он возвышается над всем этим, поэтому внизу у него вот этот вот весь материальный мир, а более возвышенный у него именно в форме человека, да, возвышается над всем этим и приходит осознание, то есть я понимаю, что я не могу совокупляться с кем попало, потому что я человек, а не животный, да, то есть инстинкт размножения. Он, допустим, это животный, да, это инстинкт, это материальный мир. И я возвышаюсь через осознание, не через, допустим, какую-то аскезу, да, либо запрещая себя, себе совокупляться с кем попало, либо где-то, где попало, да, то есть какие-то тоже моральные и нравственные качества. Поэтому дьявол у нас в самом высшем аспекте, да, означает осознание, то есть когда человек осознает свои поступки, да, через именно вот эти вот низкие вибрации. Что еще входит в специфику данного аркана? Непосредственно борьба с самим собой, да, то есть низ и верх, да, опять-таки вот эта вот двойственность, да, борьба инстинктов и разума, да, нечто такого морального, опять-таки с точки зрения Фрейда, да, это будет наше эго, суперэго и вылетело. Не помню. И низы. То есть у нас есть некий такой критерий, да, который говорит, что, что можно, а что нельзя. Это вот наше эго. Суперэго у нас ответственно за моральное какое-то поведение. А низы – это то, что я хочу. Да, я хочу это взять сейчас. Да, и мне не важно, как, и где, и с кем, и почему. Я хочу, и я это сделаю. Блин, просто вылетело слово напрочь. Ой. Sorry. Вот это вот примерно тот же самый формат, да. Опять-таки, адаптация, значит, это повышенная выживаемость, устойчивость. В минусе это может быть упертость, да,
это качество власти, то есть желание обладать. Почему? Потому что все-таки дьявол является хранителем, да, либо управителем, властелином материального мира, да, это вот желание власти. И все, что в нее входит, да, эта власть может быть моральная, это может быть власть физическая, да, это может быть власть материальная. Туда же входят и деньги, и секс, и так далее, и так далее. То это зависимость также, да. Привязки ко всему, упертость, что еще, выжимаясь, мы сказали, накопление материальных благ, да, оптимальный выход из любой ситуации, это все-таки достаточно позитивные качества. Ну и темные стороны, да, это страхи, причем фобии достаточно большие, это ограничения в познании, да, то есть невозможность осознавать ситуацию, какие-то вообще вещи в жизни. Это жертва собственного тщеславия и гордыни. Это все, что связано с мирским бытом, да, с мирскими какими-то делами, невежество, заблуждение, это обещания, которые не сдерживаются. Но здесь перечень может быть достаточно большим, да, поэтому, когда мы видим, например, аркан дьявола, да, мы понимаем, что какое-то из этих качеств, да, у нас не проработано. В идеале было бы, конечно, чтобы таролог напрямую обозначил это, потому что особенно великие арканы, они, ну, имеют достаточно большое количество качества. И когда мы говорим, что это не проработано, подразумеваем, что мы не проработали то или иное качество. Надеюсь, я вам ответила на ваш вопрос. Если у вас есть еще какие-то вопросы из категории Таро простым языком, я с огромным удовольствием вам отвечу. Задавайте в комментариях. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.